В этом видео мы расскажем вам, как правильно устанавливать инфузионный набор Accu-Chek Rapid D-Link. Инфузионный набор Accu-Chek Rapid D-Link имеет стальную канюлю, которая соединена с 10-сантиметровым катетером. Перед установкой инфузионного набора вам необходимо соединить 10-сантиметровый катетер с более длинным катетером, который присоединен к помпе. Держите соединительные элементы катетеров перпендикулярно друг к другу. Вставьте их друг в друга и завершите соединение, повернув на четверть оборота по часовой стрелке. Во время соединения вы услышите легкий щелчок. Это значит, что инфузионный набор полностью соединен. Перед установкой заполните катетер и иглу инсулином. Когда на конце иглы появится капля инсулина, это значит, что набор готов к установке. Одной рукой держите приготовленную для установки канюлю. Большим и указательным пальцем зажмите пластиковый держатель. Другой рукой удалите подложку пластыря. Легким поворотом по или против часовой стрелки и движением вниз снимите защитный колпачок с иглы. Выберите место для установки набора. Свободной рукой сожмите подкожную ткань таким образом, чтобы образовался небольшой валик. Введите иглу под прямым углом. Легким движением пальцев разгладьте и зафиксируйте пластырь. Придерживайте пластырь пальцами. Покачайте держатель из стороны в сторону и удалите его. Создайте небольшую петлю из короткой части катетера и зафиксируйте его в небольшой плоскости любого пластыря. Это уменьшит нагрузку на пластырь набора и обеспечит надежность установки. Ваш инфузионный набор полностью готов к работе.